Здравствуйте, Роман Викторович. Меня зовут Громова Альбина. Я проживаю в село Березовка. Воспитываю 5 несовершеннолетних деток. 31 мая 2022 года у нас произошел пожар по причине проводки. Дом сгорел, сгорела крыша. Ну, в общем, дом был непригоден для того, чтобы его восстановить. На сегодняшний день мы проживаем во временке, в которой нет условий, необходимых для маленьких детей. Во-первых, объемы домика не соответствуют. Во-вторых, он временный. И я узнала, что я могу получить улучшение жилищных условий через Министерство строительства. Но для того, чтобы получить вне очереди, так как мы остро нуждающиеся в жилье, мне нужен документ, который подтверждает, что дом, который у нас сгорел, находился непригодным для того, чтобы мы там проживали. Помогите получить этот документ, пожалуйста.